Очень много у меня роликов по твинку, выходят они каждый день и даже по несколько роликов в день. Ну что поделать, если куча событий происходит на этом аккаунте и они развиваются очень быстро. Во-первых, я уже почти 9 уровень, но это для нас не есть хорошо, потому что я хотел как можно быть меньшим уровнем и как можно выше сидеть. Ну да ладно, не об этом. Значит, у меня осталось 40 кубков и мы, ребята, уже на 4000 трофеев. Поэтому колода не меняется, прокачивается только одна дека. Я вас попрошу всего лишь поставить лайк и подписаться. Вы поддержите меня тем самым. И предлагаю перейти в поединок. Поехали. Я теперь 8 уровень против 10-х, ой, против 11-х, 12-х левелов. Так, у меня есть сборщик в начале, поэтому это шикарное начало, ставим его. Привет, YouTube, Холди, поздрав Финку завтра. Поздрав Финку завтра иду. Поздравляю. Поздравляю. Вот знаете, что обидно? Что их фаербол уничтожает мой сборщик. Ну, одну каплю я все равно получаю. И вот тут уже я задумываюсь, а стоит ли вообще ставить сборщик, когда фаер его уничтожает? 9-е рарки. Окей. Это еще не страшно. Это еще по-человечески. То есть, бывало и хуже. Убить мага, отлично, все. Вот прям принц послушный. Ты крут, больше роликов по твинку. Братан, стараемся. Я не знаю, сколько роликов вы уже посмотрели, но, блин, я не успеваю их просто публиковать. Много материала, честно, но... Ничего не поделаешь. Ух ты ж. Ух ты ж какой. Минус башня. Лови, братан, да сколько стоит рейд стрима? В описании все написано. Ой, господи, я тут проиграю, друзья. Ну, если проиграю, ничего, начнем, но по новой каточку. Мне надо до двойного эликсира дожить. Опа. Неплохо. Неплохо, но... кладбище плюс фриз. Ух ты, сук. Тихо, пацаны, тихо. Тихо. Ставим голема. Привет. Так. Пропиай клан. Название. Орден Кремня. Хештег. Решетка 90 UTVL0VR. Когда найдешь клан, вступи в него на секунду, войди в топ местных кланов. Я не буду вступать в клан, спасибо большое. Вступи на него на секунду. Такой простенький. Вступи на него на секунду. Так. Так. Торнадо? Давай миньонов! Ну ты же был должен их выпустить! Нет, парень задефался. Если бы не фриз, я бы затащил. Хотя, смотрите, может я сейчас в Тивираль попаду? Пацаны, дайте этому поединку зайти в ТВ-рояль. Вот что может помешать мне зайти в ТВ-рояль? Я маленький уровень с хорошей прокачкой. Редкость. Бой прикольный. Передай привет моему другу Роме из Мариуполя. Привет, Ром. Ну, я, естественно, туда не попаду, потому что туда попадают избранные какие-то, я не знаю. Это какая арена? 11-я, да? Ура! Я в видео легендарного холдика. Удачи на стриме. Спасибо большое. Друзья, осталось нам 10 кубков, и у нас искатель один. Жесть. Холдик, как ты смотришь на то, чтобы добавить новый донат? Эта игра с тобой, я бы приобрел. Спасибо большое, но не сильно хочется. Никита Рыбалов в ролике Холдика. Мама, зови гостей. Так, друзья. Не знаю, будем ждать. Возможно, и попаду в тебе рояль. Фух, ну было сложно. Это голем. Так, я в Ютубе. Да, ну что, понеслась? Последний поединок нам остался.
Блин, дальше реально очень сложно. Привет, бро, удачи тебе на стриме. Решил заниматься ютубом. Хочу у тебя заказать мегапиар канала. Спасибо. Так. У меня нету в начале сборщика, поэтому я не буду спешить выбрасывать какие-то карты. О май гад, что он делает? Вот я не понимаю, у него сборщик, он сидит ждет. Что сидит ждать? Вот... Окей. Ой, я дурачок. Надо было подождать пока... Ну хорошо, что дракончика один раз свой фаербольчик выкинул с арта. Господи, что я несу. Ну, он правда фаерболами плюется. Но тычку все равно принц сделал. Короче, что я сделал не так? Мне надо было подождать, пока мегарыцарь выйдет за мостик. Там мы его, короче, вместе с вышкой, короче... Ладно, материться нельзя. Бьем. А когда мы его побили... Вот, у меня бы еще, наверное, бы принц с большим количеством хп нанес бы больше урона. Так, сейчас самое главное, нам перетащить Хога так, чтобы я не получилось у меня этого сделать. Закройте глаза, не смотрите, закройте. Вы этого не видели. Все, это я вышку проветрил, это так надо, это такая тактика. Так, хорошо, зап. Зап на сборщик, чтобы он меньше эликсира получил. Это так, опять же, по плану все. Но, сейчас я вот... Ладно, принцем будем байтить. Так, хорошо. Дани, привет. Так. Ставим сборщик. Вышку всегда надо проветривать, ребят. Да, это правда. То есть это... Сейчас попробуем. Получится у нас сделать так, как я хочу. Ого, шикарно. Бля. Я не так хотел, ну ладно. Так, окей. Пропускаем колдуна. Он забирает у нас башню. Пека? К этому жизнь меня не готовила. Ну, Пеха, конечно же, тут задефает меня. Тут трудно вообще, пацаны, вообще не варик. Вообще не варик. Давайте попробуем запом как-то вот все там сделать, короче, все по приколу. Может быть, как-нибудь все-таки себе подумать, договориться мы сможем с тобой. И вроде бы мы как договорились с ним, окей, на отлично. Короче, ставим голема, идем на трешку. Братан, вообще пох на твоего хога, там две вышки дамажат его. Так, пошел у нас принц, пошел у нас тут вот так во. Так, хорошо. Минус голем, это, конечно, минус голем. Но, друзья, вы сами понимаете, что это... Хотя... Голем еще живет, и что-то сейчас произойдет. Наверное, минус башня будет у него. Наверное. Так. А ну, что? Не? Слышите? Вы слышите? Это трешка. Да, это трешка. Вам не послышалось. Ну что, друзья, искатель один. Та-да-да-дам-та-дам! Плюс 3 с кубков. А, да, просто. Я кончил. Это условное выражение, друзья. Встречайте сезон лиг. 9 новых лиг. Бронзовая, серебряная, золотая. Мастер и так далее. Ну, спасибо. А где плюшечки? Я хочу задонатить. Вот я донатер. Где плюшки? Почему я не могу ничего приобрести? Вот я дошел до искателя. Я вот такой вот крутой. И ничего мне никаких плюшек в магазине не встречает. Даже... А, ну это на 9 уровне откроется. Окей, я понял. Ну, 8 уровнем на искателе 1 мы уже с вами как бы уже дошли. Мы молодцы с вами, друзья. Это просто шикарно. Это шикарно. На этом я ролик буду завершать. Спасибо, что смотрели. Это не конец рубрики, вы не подумайте. Да, это мы сделали. Это как бы моя цель была с нуля до искателя. Но это, ну, опять же, была условная как бы цель. И на самом деле у меня цель 4900. Куда больше еще гемора придется мне пережить. Привет, и задонатил на мега пиар клана, когда пиар. Вот сейчас мы ролик завершим, и мы тебя прорекламируем, дружище. Потому что сейчас у меня идет запись. Эта запись попадет на YouTube. Завтра, да. Мы сегодня, блин, 2 ролика записали на стриме. Вот что я за хайпажор. Привет, Холдик, желаю тебе 5900. Спасибо. По любому инфоповоду пилю видос.
Ну да ладно, это уже как бы отдельный разговор. Не, ну я... Ну как не записать ролик, ребят? Ну вот я взял Искателя, вот согласитесь, это ж круто. Ваня, привет, ох, сколько доната, спасибо большое, спасибо всем от души. Короче, друзья, ролик на этом завершаю. Если вам интересно, что будет дальше, вот интересно же вам, да? А я возьму 4900 на этом аккаунте, то вы прямо сейчас подпишитесь на канал, лайк, на колокольчик. Потому что, возможно, завтра в ежедневной удаче будет голем, и мы будем открывать сундуки, это тоже интересно. В общем, подписывайтесь, но своему аккаунту вот этому я дам немножко передохнуть, потому что, ну, пока что точно все, пока апать дальше я не хочу, ну, посмотрим. Все, YouTube, спасибо за просмотр, желаю всем удачи на YouTube, подписывайтесь там все, и до новых встреч, пока!